за 69-й параллелью на скованной многолетней мерзлотой земле вырос Норильск, самый северный промышленный город страны. Большую часть года здесь студеная зима. Но даже в полярную ночь в городе не нарушается ритм обычной жизни. Строили Норильск сильные, мужественные люди. Слабые не выдержали бы жгучих ветров, снежных метелей и стужи. В долгую полярную зиму город связан с большой землей только воздушным транспортом. В нескольких километрах от Норильска оборудован аэропорт. Молодой город возник вблизи богатейших месторождений полиметаллических руд. Руда содержит 25 элементов таблицы Менделеева. Миллионы тонн руды перерабатывает Норильский горно-металлургический комбинат. Энергию он получает от тепловых электростанций, работающих на местном угле, и от заполярных гидроэлектростанций. Комбинат выплавляет никель, медь, титан, серовато-белый кобальт. Из платиноида, черного порошка, похожего на сажу, извлекают платину, серебро и другие ценные металлы. Самая северная в мире электрифицированная железная дорога связывает Норильск с Дудинским портом. Порт Дудинка, речные ворота Норильска, находится в устье Енисея. Норильск непрерывно строится. Но на пути строителей многолетняя мерзлота. Температура мерзлого грунта минус 4 градуса. Строители применяют новый метод закладки фундамента. Мерзлый грунт разогревают, в скважину опускают железобетонные сваи, и они прочно вмерзают в грунт. Весь город стоит на таких сваях, иначе весной здания осели бы и разрушились. Сегодня Норильск – современный благоустроенный город. Его недаром называют столицей Заполярья. Здесь есть все, что полагается иметь культурному центру. Два вечерних института, цветных металлов и индустриальный, техникумы. Школы. Детские сады. Два театра. Самый северный в мире телецентр. И даже плавательный бассейн. За 35 лет маленький поселок Геологов вырос в крупный промышленный центр, гордость советского Заполярья.